потому что это было бы некрасиво и нечестно по отношению к вам. А, поэтому какие конкретно спонсоры не принимают сейчас участие на подписку, вы мне сообщите, и мы этот вопрос, как правило, сразу решаем. Мы сразу связываемся с ними, и они, соответственно, сразу на это реагируют. Те, кто не среагировал, сразу у нас отлетают, чтобы не создавать ненужные неразберихи. Да, друзья, где можно ознакомиться со списочками? Вы можете их посмотреть в описании нашего аккаунта, с которого я выхожу, блогер Win. Вот здесь в описании ссылочка на списки. Она может плохо прогружаться, либо может очень долго, поэтому наберитесь терпения, скачайте и обязательно себя найдете. При вас я обновляю страничку Яндекса, которую сейчас мы откроем с вами, генератор случайных чисел. Делаю это трижды, чтобы вы видели, что у нас все честно. Вбиваем сюда генератор случайных чисел. Вот он у нас первый, уже который день мы им пользуемся. Вот он, открываю. Оп. И обновляю трижды вот наш генератор случайных чисел. RandStuff, мы пользуемся им всегда. Теперь мы в диапазон наших чисел вбиваем количество наших участников от 1 до 50 000. 50 339 здесь, 50 339 здесь. Все, друзья, у нас все готово. Генератор заряжен на 50 339 участников. Вы все с нами. Подписочки буду проверять у вас и генерирую первое потенциального победителя. Это участник под номером 35 894. Теперь проверим. 894. Сейчас я вам все так сделаю, чтобы вы видели все окошки. 35 894 у нас по всем фронтам. И, пожалуйста, это у нас вот на Top of Life 35 894. Его номерочек, чтобы. Парень, походу. Давай узнаем. Давайте проверим. Сейчас я буду вбивать его аккаунт. Ну, а завтра, дорогие мои, будет не один участник, у нас завтра будет 10 победителей, то есть в 10 раз больше шансы. А напомню, что деньги мы высылаем на карту, а вот бьюти-боксы мы будем высылать по почте. Но все расходы будут на нас, так что вам останется только завтра поучаствовать и получить подарки. Завтра будет в 10 раз больше подарков, а вот послезавтра, 2 числа, будет 500 000 рублей. И это будет крутящий подарок. Я думаю, что кто-то просто офигительно порадуется ему. Да, так. Вот мы открыли. Это девушка. Оказалась Наташа. Да. Лайф. Личный аккаунт открытый. О, прошу прощения. Так, сейчас мы проверим, как давно были фотографии сделаны. Ну, с 2019 года как минимум подходит. Сейчас я буду проверять у нее теперь все подписки. Перехожу в подписки. И проверяю, их должно быть минимум 64. Вот такие, собственно, интересные дела. А что у нас интересного происходит? К нам сегодня приехали дизайнеры по шторам. Вот, очень приятно, что это тоже наш подписчик, который нас смотрит уже 5 лет. У нас будет офигительно красивый дизайн штор. Послезавтра у нас приезжает полностью доделываться сюда безопасность по периметру, все моменты. Это, конечно, нас тоже круто радует. Ну и скоро ждет огромное переустройство. Дом начнет ремонтироваться, и здесь будет очень много интересных моментов. С радостью, я думаю, мы их вам тоже будем показывать. Вот такие дела. Настена пока считает, это еще не страшно. У нас тут были подписчики, у которых было 4444 подписок, и Насте пришлось пересмотреть все 4444 аккаунта. Ну, а вас я пока повеселю. Если кто не в курсе, посмотрите, у меня много интересных видео есть на YouTube, и я думаю, что сегодня я там тоже выйду в прямой эфир. Кстати, сегодня в 20.00 с Масиной странички вас ожидает тренировка. Так что, если кто хочет дома потренироваться, присоединяйтесь, обязательно с вами поболтаем и потренируемся. План такой. По поводу невезучести нифига. Рано или поздно везет абсолютно всем. Это вопрос теории вероятности. Ни больше и ни меньше. Да, как вот Наташе повезло. Сегодня она получает от нас вот эти 10 000 рублей абсолютно бесплатно, просто за простые условия. Так мне не дает ей написать. Но я сейчас свяжусь с ней со своей личной странички, пока мы оставим ей хотя бы комментарий, что она выиграла. И попросим ее написать. Прикольно. Нам. Напишите. Да.
Ура, ура, поздравляем ее, это реально круто. Завтра, еще раз повторяю, в 17.00 будет у нас разыграно 10 бьюти-боксов, которые будут за наш счет отправлены в любую точку, и мы будем искренне счастливы, что вот вам так повезет. Ну и, конечно же, ждите 2 апреля, это будет офигительно круто. Да, все правильно. Сейчас мы отправим Наташе 10 тысяч рублей. Обязательно отчитаемся, выставим сториз. Друзья, вы подписывайтесь, участвуйте и выигрывайте впереди, потому что самый главный подарок – это 500 000 рублей либо автомобиль Mercedes абсолютно бесплатно. Привезем, отдадим, подарим, и все будут счастливы. Всем не болейте, оставайтесь дома, как говорится. Саша, вам хорошего дня. Мася, привет и до завтра. Все, спасибо, дорогая. Пока-пока. Все, все. Мы попрощались, а я потихонечку сейчас пойду, посмотрю, что там Мася вкусное снимает на YouTube. У нее сейчас 50 конфет разных, которые она будет лопать и пробовать. Мася, конечно, удумала интересный челлендж, а что еще делать? Вот. После этого мы обязательно выйдем на тренировку с Масиной странички в 20.00. А вечерком, часиков в 9 вечера, я уже выйду на YouTube. На YouTube мы с вами увидимся и потренируемся. Вот такие вот дела. Все, дорогие, со всеми прощаюсь, всем говорю пока, эфир сохраняю, он останется здесь, а как только мы свяжемся с победителем, этот сторис я выставлю к себе, чтобы было видно, что денежка ушла кому-то из вас, кому-то из счастливчиков. Ну, а вам повезет обязательно еще завтра.